четкое зрение. Средний, еще 3 месяца. Так, зубы, есть твердую пищу. Сидеть, ага. Бля, я в 6 месяцев уже вообще, типа, бегал. Первые слова через 1 год, серьезно. Первые шаги через 1 год. О, ясно. Воображаемый друг. У меня до сих пор это есть. Кататься на велосипеде. Ой, блядь, я научился кататься на велосипеде, по-моему, лет где-то в 16, в 15. Я серьезно. Читать до сих пор особо не умею. Перестает верить в Деда Мороза, а я до сих пор верю, да, по-любому есть что. Первый телефон. 10 лет! О, ясно. Начало полового созревания, 12 лет. Возникновение комплексов, 12 лет. Ой, бля. Ой, бля. О, изучение собственного тела — это часть взросления. В 13 лет? Я потрогал себя впервые, по-моему, тоже где-то в лет в 15-16. Я серьезно, блядь, я не дрочил до 16 лет где-то. Реально. Или до 15. Попизди, я серьезно. Ну, мне потому что интернет поздно появился, вы же понимаете. Это вы, блядь, дети ебаные сейчас, вот все у вас под носом. Просто рождаетесь, и у вас все сразу доступно, все есть. А тогда ничего не было. Просмотр фильма для взрослых. 13 лет, а я еще... А где бы я их посмотрел? В каком месте? Нет. Не было возможности просто. Охуеть. Поездка в другую страну в 15 лет. У меня это произошло где-то в 24 года, по-моему. Первый поцелуй 14 лет. У меня это произошло в 23 года. Пиздец, я лох, блядь. Попробовать сигареты? Ну да, вот сигареты я попробовал где-то лет вообще в 13. Впервые влюбиться. Ой. Я, может быть, влюблялся где-то в 16. Одно дело влюбиться, а другое дело... Ну, как бы, сами понимаете. Я не помню, когда первый раз... Именно первый раз влюбился. А вот это я осуждаю. Это я осуждаю. Не надо такое делать. Потерять девственность. О, ну, в 23 года, в 23 года, да. Впервые напиться. А... Где-то в 16 лет тоже. Я впервые напился. Я даже помню, что я пил. Это было пиво. Как же оно называлось-то, я только не помню. Пиво. Доктор Дизель, по-моему. Ой, доктор, какой доктор, блядь. Или есть такое, или нет такого. По-моему, есть такое, да? Не, не Балтика, нет. Нет, не козел. Сам-то козел, блядь. Козел. Есть. А, ну, значит, его. И я блеванул, короче, после этого. Хотя выпил вообще хуйню. Но первый раз мой организм такой, типа, что ты за хуйню в меня влил? Это что за гадость? Бле-е-е! И все, вышло, короче. На... Поступление в университет, первое отношение. Съезжать от родителей. В 21 год съехал, кстати. По-моему, где-то. Первое расставание. Первая работа. О, у меня первая работа, я работал, блин, где-то лет в 17. В 16 тоже. Ебать, у меня все произошло в 16. Так, окончание колледжа, покупка первой машины. До сих пор не купил и не особо-то хочется. Больше социальных связей. Уф. Брак. Уф. Не дай бог, никогда. 26 лет, да в пизду, нахуй оно мне надо. Мне уже 29 до сих пор даже и вообще... Да... Не-не-не-не. Переезд к партнеру. У меня своя хата, ну съемная имеется в виду. Первенец. Ааа! 29 лет! Нет! Нахуй, 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 иди отсюда. Не дай бог. Появление морщин. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Только не у меня. Развод. А, ну вот, пожалуйста, вот, вот и пожалуйста. Вот. Оно вам надо, скажите мне. Купить первый дом. Стать миллионером в 37? Бля, ну, у меня еще времени дохуя. Сколько? Дохуя еще. 8 лет мне еще. Еще успеем. Седина в 40 лет. Блять, у меня уже есть пару седых волос, я серьезно. Ну, типа там торчат в некоторых местах. Самый высокий заработок. 41 год. Благодаря многолетнему опыту ваш заработок достигает высот. Блять, если у меня так же будет, я боюсь представить, какой у меня там заработок будет. Что я там, как Путин, что ли? Дворцы буду себе покупать? Депрессия в 45 лет. В этом возрасте люди чувствуют себя несчастными. Кризис среднего возраста. Ой, бля.
стать бабушкой или дедушкой. Бля, вот это вообще самое страшное, наверное. И поэтому и тоже не хочу детей, собственно говоря, чтобы потом не было. Не стать дедушкой или бабушкой. То есть я сейчас дед, конечно, скажет, дед. Но стать настоящим дедушкой я не хочу. Нахуй оно мне надо? Ой, бля, пизду. Пережить смерть родителей. А вот это уже реально стрёмная фигня. Уйти в отставку. Только не в России. Замена тазобедренного сустава. Что, пик счастья, 70 лет. Ой. То есть, подожди. Нормально. Пик счастья в 70 лет и через 2 года. Счастье длилось недолго. Да. Умер от счастья, короче, получается. Ну вот, видите, получается, все люди умирают от счастья в этой жизни. Это если ты дотянешь до 70 лет, до той старости, когда тебе уже совсем на все похуй, и ты такой, а, поебать, и просто как Пепе Чилл такой, все, мне вообще похуй, да какая вообще разница? Быдло, ну, вообще ты поебать, ебаная, и все, бля. И тупо чилишь на диване. А мне мать месяц дала водку попить, и я чуть не сдохла. Нормальная мать. Пенис на крыль, где? Нет никакого пениса, долбаю. Да! Я... Вот это да! Я люблю варить борщ, потому что это, сука, мощь. А, играю в Майнкрафт каждый день, каждый день. И что я могу тебе сказать? Мне... В 13 лет?